В Доме народного творчества открыли выставку традиционного народного костюма «Нарядный хоровод». В экспозиции около 100 кукол в тематических платьях, а также старинные комплекты одежды. Авторские работы изготовлены из самотканной материи. Некоторым экспонатам уже 100 лет. Среди них хлопковая рубаха. Это семейная реликвия одной из жительниц нашей области. Ее носил и первый владелец, кто, значит, для кого она была сшита, и потом последующие, там, сыновья уже. Вот, самое интересное, что эта рубаха не просто там в сундуке лежала, ее носили. Носили на покос, на какие-то работы, это вот косоворотка, она все как новенькая. Также в зале представлены национальные костюмы народов, проживающих на территории Алтайского края. Несколько нарядов телеутов, мордвин, алтайцев, русских переселенцев, киржаков и поляков. Все они изготовлены по этнографическим образцам. В экспозиции сумочки-лакомки, головные уборы, тканные пояса. Экспонаты предоставили центры народной культуры и частные коллекционеры. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.